Qdos Mobile Escape Chute. Часто во время пожаров окно оказывается единственным доступным путем эвакуации. Специалисты индийской компании Saurya задумались о том, как сделать его более безопасным. Так была создана система для экстренной эвакуации Qdos. Выглядит она как тканевый желоб, который установлен под подоконником. При необходимости срочно покинуть помещение, он раскладывается и выбрасывается в проем. Человек скользит по желобу, постепенно опускаясь к земле. Мягкое и безопасное приземление обеспечивает специальная подушка, прикрепленная снизу. Длина желоба способна достигать 100 метров, а значит, эффективно использоваться он может даже в многоэтажных зданиях. Пропускная способность системы достигает 15 человек каждую минуту. В качестве материала выбрана прочная, устойчивая к горению ткань. Желоба, длина которых превышает 15 метров, оснащается специальным якорем, чтобы быть устойчивыми к порывам ветра. Плута. Если вы все еще думаете, что достичь 100% безопасности в воде невозможно, значит, вы просто не знаете о существовании девайса под названием Плута. Внешне он похож на какое-то современное украшение, а его длина регулируется. Конструкция такова, что даже во время активного времяпрепровождения девайс не мешается и не отвлекает. В то же время, если носитель вдруг почувствовал, что не может выплыть из-под воды, ему достаточно лишь сжать устройство в руке. Сенсорные датчики реагируют на прикосновение, моментально запуская два крохотных насоса. Они, в свою очередь, наполняют два спасательных мешка воздухом. Этого оказывается более чем достаточно, чтобы остановить погружение и поднять человека обратно к воздуху. Плута многоразовый. После использования нужно лишь сдуть и скатать мешки и перезарядить картриджи. Таким образом, устройство стоимостью $70 способно спасти жизнь человека и сделать это даже не один раз. ZF Pre-Crash Safety System. Об эффективности подушек безопасности мы все давно наслышаны. Однако, оказывается, они могут быть установлены не только в салоне. Немецкий автоконцерн ZF Group разработал систему безопасности для предотвращения боковых столкновений. Специальные сенсоры засекают автомобиль, идущий на таран, до столкновения и раскрывают вот такую подушку. Ей удается погасить часть энергии удара и таким образом существенно снизить риск для здоровья и жизни. Верхуф FL-75. Эвакуация с тонущего судна — критическая ситуация, в которой счет идет в буквальном смысле на секунды. Поэтому с каждым годом спасательные шлюпки становятся все более совершенными. Взгляните хотя бы на FL-75 от Верхуф. И хотя прямо сейчас конструкция все еще находится в стадии разработки, мы уже можем показать ее выдающиеся преимущества. В первую очередь шлюпка похвастается вместительностью. В 2013 году нидерландская компания даже установила мировой рекорд, когда 70 человек сумели занять свои места всего за 2 минуты и 28 секунд. Во-вторых, Верхуф FL-75 даже с людьми на борту вполне безопасно падает в воду с высоты до 40 метров. Нужно это для того, чтобы шлюпки могли эксплуатироваться, к примеру, на морских платформах. Вместо обычного дизельного мотора шлюпка получила электрическую силовую установку, что потенциально поможет снизить затраты на техническое обслуживание. Запаса электричества хватит, чтобы после приземления 30 минут плыть на максимальной скорости, а после еще 10 часов двигаться со скоростью 50% от максимальной. Atlas Bomb Shelter. Следующая разработка однозначно понравится тем, кто хочет обеспечить себе максимальный уровень безопасности. Это бомбоубежище, установку которого предлагает американская компания Atlas. Конструкция представляет собой контейнер, который закапывается под землю, причем производитель предлагает несколько вариантов. Бомбоубежище может быть размещено рядом с домом или прямо под ним, с доступом через жилище, гараж, подвал или специальный люк во дворе. В каталоге бренда действительно много различных моделей бомбоубежищ. Нас же заинтересовал вот такой, внутри представляющий собой вполне комфортабельное жилье. Здесь находится кухня, гостиная, спальня, ванная комната, в общем, все, что только может понадобиться человеку для жизни. В
то же время прочная конструкция со сроком службы до 100-200 лет обеспечивает оптимальный уровень безопасности. Atlas Bomb Shelter защитит как от бомбы, так и от торнадо. Shark Bands. Акулы – это животные, которые во время охоты очень сильно полагаются на электрорецепцию. Это значит, что у них есть специальный орган чувств, благодаря которому они улавливают электрические поля, изменения в них и таким образом находят себе добычу. Именно эту особенность специалисты компании Shark Bands решили использовать для того, чтобы защитить людей от риска нападения. Они разработали браслет, который предлагается носить на щиколотке. Во время купания он создает особенные, неестественные электромагнитные волны, которые отпугивают почувствовавших их хищников. Цена браслета — $84. Хайвенлок. Дверной замок является основным способом защитить жилище от проникновения. Однако многие злоумышленники научились справляться даже со сложными моделями, поэтому появление альтернативы было неизбежно. Представляем вашему вниманию замок нового поколения, который превращает конструкцию с ключом и скважиной в пережиток прошлого. Хайвенлок устанавливается на пол сразу под дверью и представляет собой дополнительный порог. Нажатие на кнопку поднимает конструкцию вверх, по сути, подпирая дверь. Даже если преступник сможет взломать обычный замок, дверь не сдвинется с места. Испытания показали, Хайвенлок настолько эффективен, что получить при нем доступ в помещение выйдет разве только полностью сорвав конструкцию с петель. Ни один вор, само собой, не станет так сильно рисковать. Survival Capsule. Толчком для создания вот такой спасательной капсулы стало землетрясение в Индийском океане 2004 года. В тот день десятки тысяч людей пропали без вести, предположительно унесенные волной в открытое море. Если бы тогда у каждого человека оказалась под рукой такая капсула, настолько трагических последствий можно было бы избежать. Как именно? Все очень просто. Спасательная капсула представляет собой крайне прочную герметичную конструкцию из металла. Внутри расположены сиденья от 2 до 10 с многочисленными ремнями безопасности, которые надежно фиксируют людей на месте. Задумка разработчиков такова, что при угрозе цунами люди должны добраться до ближайшей капсулы и укрыться в ней. Даже если волна унесет конструкцию в море, запас воздуха и еды позволит продержаться людям несколько дней до прибытия спасателей. Ярко-оранжевый цвет корпуса был выбран не случайно, а чтобы капсула отчетливо выделялась на фоне темной воды. LifeVac. Ни один человек на планете не застрахован от риска случайно поперхнуться едой и начать задыхаться. Вот почему последнее изобретение из нашего списка безусловно достойно внимания. LifeVac – крохотное устройство, которое позволит быстро, за несколько секунд, очистить дыхательные пути пострадавшего. Все, что нужно сделать, это надеть маску на лицо, а затем надавить на ручку. Принцип работы LifeVac чем-то напоминает всем известный вантус, ну или насос. Возвратно-поступательные движения ручки вытягивают воздух, а вместе с ним предмет, мешающий дыханию. Цена за одно устройство — $70. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете.